в Петрикирхе одно из наших любимых, наверное, пространств в Петербурге. С кем бы мы здесь не работали, все рассказывают о том, что проживают здесь свою личную историю. Музыканты, художники, актеры. У всех здесь что-то происходит, о чем потом долго вспоминается. Сегодня закрывается выставка, которая называется «Пока укрыт за горизонтом день». Хочется, чтобы вы посмотрели на нее своими глазами и поняли, что молодые кураторы хотели показать вам, как искусство работает в качестве медиатора. Если предположить, что вы эту работу вот увидели только что и даже не знаете ее автора, вы знаете, что сделано в 2015 году. То есть вообще, какие у вас чувства, ассоциации относительно этой работы? Но у меня, наверное, все равно была бы отсылка, может быть, что-то к природе, может быть, лесным пожарам или, ну, к тому, что, не знаю, как сказать, может быть, нужно как-то внимательнее относиться к окружающему миру или, ну, как-то, наверное, за вот это цеплялось меня. А почему художница сжигает именно слово «любовь»? Поскольку у нас два куратора в этом проекте, я и Анна Чернецкая, мы подошли к этому проекту с двумя концепциями, да, личными. Первая концепция, которую предложила я для этого проекта, это тема заботы в таком довольно широком понимании. И Анна предложила концепцию проявления идентичности художника через медиум. И так получилось, что одна концепция, можно сказать, что касается содержания, да, а другая больше про форму, поэтому мы очень удачно смогли их в одном проекте объединить. Вы когда выбирали локацию, вы хотели конкретно в катакомбах выставляться? Да. Почему? Ну, потому что это место трансформации, и все работы, которые представлены на этой выставке, так или иначе к теме трансформации имеют отношение. То есть и как именно медиум, то есть поиск его какого-то личностного самоопределения, и тему заботы, то есть именно ее проявления. Я слышу, что я не знаю.
Сегодня утром, когда я собиралась сюда, мне попалась на самом деле цитата одного из кураторов 58-й Венецианской биеннале, который сказал, что очень странно объявлять тему биеннале. Тему биеннале на самом деле диктует время. Я считаю, что та тема, которую затронули мы, и проявление тоже через медиум его идентичности, какого-то личностного самоопределения, и тема заботы, которая будет актуальна абсолютно всегда, и сейчас она особенно остро и ярко ощущается нами всеми, что эта тема была очень важна. Сделать ее именно здесь, именно сейчас.